Вон корова гоет, Василиса с матерью. Инчук. Да, прости меня. Вот так. Вот это тебя прости, Петр. Это не прости. Вторые сидят у нас, ждут в очереди за столы. Девочки. Сидят мужчины. Романова машина. Ты к Роману подойди, спроси. Он несколько дней живет. Как ему? Понравится потеряйки? Нет? Работает. Конечно. Конечно, еще говорит. Бы. Ну, еще бы. Что ему больше понравилось? Здесь курорт лучше не придумаешь. Курорт. Оздоровительный. И оздоровительный. Комары кусают, кровь разжижают. Вода отличная. Да, вообще. Деревья шевелятся и все. Я уже два года в отпуск не уходил, думал, где мне отдохнуть. А здесь полезно и с приятным. Да, полезно и с приятным. Ну, отлично. Попроси себе. Егор, попроси. То, что ты просил-то. Косточки ложите под стол. Что, что у тебя было? Часть молока? Вороны прилетят. А, молоко. Дайте ему молоко, Егору. Вышку вынет. Облака какие, ой. Да. Над нашим зеленым садом. Кучево дождевые. Не лей. Держи кружку аккуратно. Пастухи так пасут, что даже овец потеряли. У нас пища самая, ну, допустим, изготовили. Хранение самое длинное какое? У нас? Да. Да, у нас и суток нет. Нету. Конечно. У них разрешается сколько? 48 часов. А у нас ни одного часа нету. Сготовили, горячее подали, съели, в следующий раз. Да. Кучено готовят. Вот. А если бы больше было? Ну, Бог его знает, больше было бы. Большой котел был бы. Мы стараемся, чтобы пища грамма не попортилась. У нас запасное что, если хлеба нет? Сухари в запасе. Нет. Обмакнул. Все. Так, молоко не пейте. Сухари нету здесь. Нету, Максим. Боязно. Завтра, послезавтра помаленьку. Егор, у тебя молоко? Ты будущий мужчина. Первый день. Ваш желудок не удержит. Он у вас просто не удержит и молоко. С чаем надо было, с чаем. Будешь не будут комаров, будут. Виха, ты куда пошла? Не надо фокус у меня. Ты далеко. Меня ступай больше, чем брат. Иди. У меня забота. Мне надо с вами поговорить. Ну не за.